От старого дома культуры на несколько часов осталась только хайнлайновская дверь в лето, до приезда спецтехники с ковшом. Графские развалины после пожара шестилетней давности разобрали и вывезли на нескольких большегрузных машинах. Строительный мусор убирают до мелких крошек, чтобы на расчищенной площадке создать благоустроенный участок. Уже запланированы работы по благоустройству территории. Там, где ранее стояло уродливое здание, высадят цветы и декоративные растения.